Всем привет, меня зовут Макс Брандт. Меня зовут Ксюшка. Вот, и мы начинаем играть в Тривиадор, в обычную игру. Фу, в Тривиадор. 100-1 в Тривиадор тоже будет скоро, если вы будете ставить лайки. Мы как-то пытались, честно, записать летсплей, но... Но нам Виталий вот попался такой прекрасный. Самый известный сыщик, о котором сняли кино. Ну, Шерлок. Ну ладно. Я хотел сказать Пуаро. Шерлок слишком банально. Банально? Кощи. Кстати, мы буквально минут 5 назад написали в моем твиттере, что играйте с нами, и, может быть, Виталий как раз мой и наш зритель. Да, и кого еще мы можем сыщик? Сыщик, это самый... Коломбо. Точно. Тебе же нравится Коломбо. Да. А, ты его забыла. Колор. Колор ТВ. О, слушай, пока идем хорошо. Коломбо. А какие еще бывают? Давай. Сыщик. Сыщик. Почт нюх как у собаки, а глаз как у орла. Я не помню, кого звали. Сыщик, кто еще? И такой. Розовая пантера это. А колобки? Там сыщик ведут колобки. Мне кажется, никто не знает. Они это ведут, мы это знаем. Кто быстрее, давай. Я не знаю, кроме колобки. Сыщик. Кто? Давай. А он сейчас ответит? Конечно, ответит. Хорошо, какие сыщики еще бывают? Я не знаю, сыщик. Мисс Марпл. Ой, а помнишь? Какие еще там сериалы шли? Да вообще. Рекс. А, кстати, давай Рекс напиши. Ну а что, мы все равно ничего не знаем. Кощи. Не, ну если он знает, то это плохо, конечно. Ну, значит, да. Ну, пожалуйста, ну будь ты нормальным человеком. Виталий, смотри, все знает. Ну, уже много времени прошло, значит, либо он гуглит. Знатоки. Мы? Колобки. Это он нам. И пиши колобки. Ну, серьезно. Вот наши зрители, мне кажется, не знают уже. Уже это, как и эта игра. Но колобки такие были очень известные. Сыщики. А что, детективы. Мегре. Ну это... все из одной бригады. Все из одной профессии, я бы даже сказал. Потому что вопрос об этом. Так это вот. Вопрос от пользователя, кстати, был. Ого. А вот уже один такой вопрос. Так. Какой зверь сидит в клетке? Любой. Так, хищный? Какой? Сейчас такие... Лев. И одновременно так все открываются сразу. Вот. Як лев рычит. Тигр. Тигр, напиши тигр. Тигр. Тигр и Евфрат, соответственно. Сейчас на самую верхушечку. Мне кажется, будут все вот эти вот... Обезьяна. Кошачьи. Все. Там наш гепард. Или... Ноль. Волк. Обезьяна. Обезьяна. Волк. Обезьяна, давай обезьяну, ладно. Ах ты обезьянка, какая пятое местечко. Ну, волк. Зубами щелк, соответственно. А медведь был. Попугай. Хомяк тогда. Нет, в клетке, да. Грызуны кто? Крыса? Хомяк, напиши хомяк. Ну, это не зверь, кстати. Хотя... А попугай зверь? Ну, да. Хоть нам достанется 196 очечков? Мне кажется, никому. Или серединка? Мне кажется, никому. Так медведь ноль был. Коши. Эндепендеми. Так, наоборот. Наоборот, что может быть? Да, что не может. Что может быть любительским? Кино. Любительская съемка. Он отвечает. Любитель... Сейчас ответит на... Колбаса! Или что там? Любительская колбаса. Мне кажется, может, это будет вверху. Нет, слушай, это, по-моему, было в фильме. Была докторская, стала любить. Хотя, значит, она есть. Такая. Нет, по-моему, есть. Пускай она не ответит ничего, и мы ответим любое. Любительская... Колбаса, давай. Любительская... Колбаса. Мне кажется, она выше будет. Мне кажется, она вообще первая будет. Так хорошо. Любительская. Любительская. Ну, кроме съемки колбасы, ничего. Да, мне тоже ничего. Кощи! Так. Хорошо, фото. А, фото ви. Любительский спорт, любительская игра, любительская музыка. Любительская музыка. Любительская игра. Вот у нас с тобой любительская. Не, какая-то глупая игра. Нет, мне не нравится, как... Виталик выиграл. Заданный вопрос. Нет, давай дальше. Мы не хотим отыграться с ним. Пускай будет шанс у наших подписчиков, так сказать, с нами поиграть. Потому что мы написали в Твиттере, что мы играем. И мы начинаем. Второй уже раз.
Юлия. Такой смелик стоит. А уровень у нас повышен, это не значит. Какие команды дает командир солдатам? А ты, баты. Нет, это не с команды. Стройсь. Налево. Равняйся. Шагом марш. Ну, кстати, шагом... А я не знаю, вот, допустим, шагом или марш это будет... Алле. Оп, это делают лошадям. Давай. Шагом марш. А что он написал, ты не видела? Нет. Мы с тобой общались. Уф. Шагом, хорошо. Что я сказала? Налево. Смирно. Это самое первое, наверное. Как там? Ну вот, это у нас на физкультуре... А, нет. Рпвняй она написала. Рпвняй. Ну, может быть, она не понимает. Может, она... Ну так... Пускай она сейчас рпвняй напишет еще раз. Шагом марш. Левой. Раз, два, три. Думаешь, так есть? А, ну левой, кстати. Отставить. Что отставить-то? Отставить. Вольно, смотри. Вот, равняйся, отбой, лежать. Мы ничего не больше нет. Равняйся? Почему? А равняйся. А я говорила равняйся. Ну да, но мы не знали, как пишется, потому что равняйся — это глупо. Я только думала. Ну равняйся. Ох, смотри, у нас есть шанс. Кому можно? Нет. Вот тут прям такое. А кому можно? Нет. Кому можно не работать? Женщине. Видеоблогеру. Каждый себя назвал. Так, ну подожди. А кому можно не работать? Женя. Женя, давай. Зараз какая. А! Вот первый раз молодцы столько одному, правильно говорят. Жена пускай работает. Муж, да, абсолютно такой, муж можно не работать. И тут мужик, муж, дедушка, парень. Слушай, вот мы все время смеемся. Ну у нас смешно нам. Подожди, кому можно не работать? Больному. Пенсионеру. Инвалид. Пенсионер, напиши. Инвалид слишком... Слишком можно в этой игре. Это он первый будет инвалид. 144. О, у нас же, да. Мы же ее обыграли в тот раз. Пенсионер можно... Кому работать? Можно не работать? Президенту. Скажите. Класс, мы выиграли. Класс — это как в Одноклассниках. Ну, давай еще тогда... Нету открытия. Ну, ладно, давай тогда еще. Так еще, мы три обычные играем? Не, мы обычно играем две, но если две полных, оно получается минут на 10. Ну, ладно. Мы дадим кому-нибудь из наших друзей поиграть хоть. Татьяна и... Ее. Или как бы мама, а вот Татьяна, непонятно. Или дочка. А Татьяна. Вот почему один из уровней? Какой фрукт желтого цвета? Лимон. Лимон, конечно. А слушай, хорошо, а другой? Жиган. Дыня. Нет, жиган другого цвета. Ну да. Хорошо, дынька. Дынька, давай. Кстати, есть арбузы желтые. И где эти два фрукта желтых? Подожди, желтый хурма. Оранжевый. А вот вы считаете, как банан? Ну вот, конечно. Желтый что? Желтое яблоко бывает. Ну это редко бывает, конечно. Фрукт, желтый. Что, блин, этот грейпфрут. Да, грейпфрут. Фрут. Правильно? Да. Хорошо. Вот она с бананом, конечно, молодец. Да. Вот это вот она банан. Даже манго. Ну, они все полуоранжевые, полужелтые, полушто. Ну, а вот если будет апельсин, то будет как? Это будет глупо. Ну, он может быть тут. Ну, хотя он оранжевый вообще, он даже не желтый вообще, да. ни разу. Хорошо. Даже желтоватый. Бывает, напиши яблоко. Значит, вот потом. Есть какие-то ягодки такие. Мандарин, видишь, не подходит. Ягодки бывают. Знаешь, такие... Морожка. Белая смородина. Ну, правда. Подожди, а что мы говорили? Может быть, манго, нет? Не, давай напиши давай. Яблоко. Ну, они точно бывают желтые. Ну, это не будет. Гольден. Ну, ладно. Independent me. Просто мы перед этим слушали песню и клип с котиками, очень смешно, и мы до сих пор ха-ха-ха делаем. Да. А Татьянка, смотри, думает со своим родственником выкрутить как. Подожди, а что мы еще можем? Что еще бывает желтым? Абрикос. Ну, оранжевый. Ну, хорошо, что еще? Желтый снегопад. Желтый снегопад. Хорошо. Ну, может быть, все-таки манго. Но оно не будет. Ну, я просто ничего не знаю. Ну, на другого, да, больше нет варианта. Давай. Желтые. Желтые тюльпаны, желтая мавесника. Все дела так. Не, ну хорошо. Ну, банан, лимон точно. Банан, лимон. Дынька. Дынька то... Желтый, ты открываешь, такой желтый цвет. Что мы едим? Абрикос, кстати, желтый. Абрикос, кстати, желтый. Ну, он уже был. Ну, и у нее, да. Ананас. Уф. Коще. Сейчас мы это... Желтое что? Yellow. Yellow submarine, нет, не то. Давай, желтое что? Маракуйя, банан.
мразь. Маро. Вообще ж попали бы. Мы сейчас так радовались. Нет, ну давай посмотрим, хорошо. Блин, сейчас будет простое. Но она желтая. Она желтая. Ну, хотя если яблоко есть, то и груша, да. Ну, а какая груша? Как ты опишешь? Зеленая. Ну, да. Есть разные сорта, ты же понимаешь. Ну, ничего, ничего, сейчас двойная игра мы сделаем. Какое море? Какое море? Самое соленое? Мёртвое. Это я задавала. Ну, это верно. Но мы не первые отвечаем. Сейчас я ответ сейчас. Живое. Это не игра наоборот. Пускай на что-нибудь ответит нет. Ох, ну. Давай, давай, давай. Я на черном со мной запишу мертвое. Тогда Средиземное. Это самые известные моря, я так понимаю, здесь в этом списке. Давай, хорошо. Так, хорошо. А, Средиземное, наверное. Давай тогда напишем потом еще красное. Красное, Средиземное, желтое. Желтое, конечно. Самое желтое море. Желтое, логично. Это только в прошлом было, да? Есть еще белое, но я думаю, тут белого нет. Море Лаптев. Саргасово. Фу, давай Средиземку. Средиземное. Ха, что же первое вот такое соленое, прям такое... Какое может быть? Красное, может, правда? Море Лаптевых, может, правда? Лапти обмочи. Как... А, Каспийское. Ох, окей, оно называет. Давай ну, красное. Давай, потому что ну, остальные... Смотри, 54, 46, 30. Ну, правда, да. Так, как-то градация. Можно даже, я думаю, какую-то последовательность измерить. Питок нам не нужен. Ну, пускай она неправильно отвечает. Потому что ну, белое, да. Мне кажется, уже не будет. Желтое тоже как-то ну, японское море. Японское море, кстати, хорошо. А какое еще будет? Балтийское. Вот оно. А-а-а, Балтийское, кстати, что-то. А пропустил ход, кстати? Ну, ладно, сейчас посмотрим. Наш Коперник. Белое, а Аральское. Аральское ведь есть, а другого нет. Нет. Шутки за 327. Какой месяц самый дождливый? Блин, а тут месяц... А мы отвечаем. Так, сентябрь, октябрь, ноябрь. Октябрь. Так это игра наоборот. Напиши. Июнь. А лучше... Нет, август, там же, типа, если какой-то там медведь написал в море, то... Ну, медведь написал в море! Нет, просто поверишь, что если там 2 августа медведь написывает в море, то потом будет то ли дождливое что-то, то ли что-то холодное. Ну, в общем, это я помню. Медведь будет дождливым. Медведь будет холодным. Фу, нет, вот это вот очень круто. Вот это да. Писанки медведя нам просто помогли. А, кстати, вот... Что вот? Да нет, ну просто я показал тебе на таблицу. Друзья, неплохо. Ставьте лайки. Обязательно, неплохо. За а медведя, может, за Аральское, за все. За жену не работающую. Ладно, за жену тоже можно. Все. Спасибо, до новых встреч, пока. Пока. А, именно так можно сделать. А, смотрите, ну, блин, открывается.